Всем большой привет! Сегодня распакую большой мешок. Это заказ с любимого сайта Василек. Здесь очень много новинок, интересных товаров, так что обязательно оставайтесь со мной до конца. Будет еще примерка. Почта России работает, можно получить свой товар, свой заказ. Так что давайте скорее распаковывать. Желаю вам приятного просмотра. Внутри в большом белом мешке находится еще один целлофановый пакет. Все плотно заклеено скотчем, так что весь товар придет в целости и сохранности. И смотрите, как внутри все упаковано. Все аккуратно разложено. Я все достала, рассортировала. Первое, что я вам покажу, это носки женские длинные. Называются они ромашки. Здесь их 6 штук. Размер 37-42. Сделаны из хлопка. Смотрите, девочки, двое носков, две пары темно-розового цвета. Потом вот такие бежевые, кремового цвета и морской волны. Очень красивый цвет. И в составе не только хлопок. Здесь еще есть бамбук и эластан. Стирать при температуре 30 градусов. На ощупь носки приятные, чуть шелковистые. Чувствуется, что здесь есть бамбук. Вот такая узенькая резиночка, и она очень мягкая, легко тянется. Эти носочки летние, посмотрите, как они просвечиваются, тоненькие. Я думаю, что у них будет не жарко. Вот так выглядит носок, он не укреплен, не утолщен, здесь нет никакого двойного плетения. Тоненькие, просвечивающиеся, в общем, прохладные летние носочки. Запаха никакого постороннего нет, стоили одни носочки 20 рублей. 6 штук комплект 120 рублей. Очень люблю заказывать на сайте Василек разные носки, поэтому выбрала еще один набор. Эти называются носки женские длинные, медицинские, твой стиль. Эти носки чуть подороже, стоили они 32 рубля. И резинка здесь с компрессионным эффектом. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. И состав еще покажу. Здесь 80 хлопок, 15 полиамид и 5 лайкра. Качество этих мне очень понравилось. Смотрите, какая мягкая резиночка. Хорошенькие носочки. Смотрите, как выглядит аккуратненько носок. И здесь все отлично. Плотненькая ткань. Такие носки не будут перетягивать ногу. После них не будет оставаться никаких следов. Классные, мне понравились. Так что смело могу вам рекомендовать их. И мы с вами переходим к одежде. Заказала футболку. Размер 46. Летние вещи я заказываю 46 размера, а такие зимние и теплые вещи заказываю 48. Давайте посмотрим, как она выглядит. И расскажу вам несколько секретов, как заказывать на сайте Василек. Смотрите, у меня размер 44-46. Я всегда заказываю летние вещи 46 размера, а все теплые вещи, толстые, плотные, с длинным рукавом, я заказываю 48 размера, потому что все вещи на сайте Василек немного-мало мерят на один размер. Так что смотрите внимательно мои видео, и я показываю даже иногда, когда маломерит на 2 размера. Некоторые товары такие даже попадались. Так что вот эта маечка 46 размера. Сейчас посмотрим ее, как она сделана. Как аккуратно обработана горловина, все ровненько, швы ровные. И как обработан рукав. Если есть где-то ниточки, их можно обрезать, а так все аккуратненько подшито. Ткань очень приятная на ощупь, хороший хлопок. И вот такая надпись. Это все сделано краской, никакой здесь резины нет. Все приятное и аккуратное. Некоторые говорят, что швы расходятся там или плохо прострочено. Смотрите, вот я проверяю все боковые швы и изнутри. Все идеально прострочено. И цена у нее очень хорошая, 224 рубля она стоила. Отличное качество за такую цену. Увидела этот костюм, и прямо настроение поднялось. Смотрите, какой классный розовый. I need coffee and cookies. И вот такая милая кружечка кофе и печенька. Вообще, все время заказываю одежду для дома себе. У меня много разных костюмов. И скажу вам, что носятся они замечательно. Немножко подсаживаются, если вы стираете при температуре 60-90 градусов, конечно, ткань сядет. Но если стирать при температуре 30-40 градусов, то ткань сохраняет и цвет, и форму. И, в общем, все с ней отлично. Так что стирайте костюмы при указанных температурах. Давайте посмотрим, какая здесь указана. Здесь состав 100% хлопок. И стирать при температуре 30 градусов. И с этой одеждой будет все отлично.
Давайте посмотрим, как она прострочена. Здесь вот горловина отстрочена хорошо. Рукав здесь просто вот такой приспущенный немножко, не отрезной. Вот, тоже все отлично. И внизу широкая майка. Заказала я 48 размера. Она будет просторная, свободная. Очень аккуратно все сделано. Сейчас померяю и покажу вам. Брюки тоже сделаны отлично. На широкой резинке. Она пристрочена вот здесь впереди. Еще есть вот такая веревочка. Можно ее завязать, шнурочек этот. Есть карманы. Вот тоже внутри все в горошек. Все тоже аккуратненько. Смотрите, какие швы. Покажу еще, как внутри сделаны. Вот. И покажу, как внизу. Внизу они вот так немножечко заужены. Вот. Очень приятные тоже. Сейчас померяю и покажу вам, как все это будет выглядеть. И вот эта прекрасная розовая пижамка в горох стоила 529 рублей. Представляете? На сайте очень быстро заканчиваются размеры. Вот 46-го не было, когда я выбирала. Но мне этот костюм очень хотелось себе заказать, потому что я обожаю вот эти надписи. В прошлом году себе летом заказывала вот такие же точно костюмы. Один такой, платье заказывала. И еще с длинным рукавом. Обожаю эти надписи. Очень классно сделано. Вот эта прорезиненная надпись, прорезиненные наклеечки. Но сделаны очень классно. Они красиво переливаются, светятся. Так, что здесь? 100% хлопок, размер 48. Вот так обработан вырез рукава. И внизу покажу. Все сделано приталенное. Маечка приталенная. И вот так обработана внизу. Показываю штанишки, как выглядят. Вот такой красивый рисунок. Резиночка. Вот такая не очень широкая, где-то 2 сантиметра. Все пристрочено. Внутри вот так тоже красиво обработано аккуратно. И штанишки внизу на манжете. Из такой же ткани, как из маечки. Вот. Смотрите, как все сделано. Классный. Стоил такой костюм, я сказала, 406 рублей. Когда я увидела этот костюм, я тоже его сразу схватила. И был тоже только 48 размера. Посмотрите, какие милые авокады. Они небольшого размера, где-то 8 сантиметров. Как они мило улыбаются. Тут такая приятная надпись. Но это все прорезиненное, сверху наклеено. И посмотрите на эти шикарные шортики. Сама ткань, это принт, вот эти авокадо. Мягкая ткань, классная. Резиночка, вот тоже все аккуратненько обработано. Здесь кармашков нет. И это шортики. Вот тоже все вот здесь вот так подстрочено. Какие они милые. Такое прямо настроение сразу поднимается. Супер тоже наборчик. Это 100% хлопок. Костюм 48 размера.
увидела на модели на сайте вот этот костюм. По-моему, это называется техника Color Block. В общем, он тоже сейчас актуальный, модный. Вот такие здесь надписи. Это все краской нанесено. Now, then, not. И это хлопок, костюм 48 размера. Очень классный, мне понравился. Прямо как он выглядел на сайте. Смотрите, длинные рукава. Здесь как приспущенный немножко рукав. И вот здесь манжеты очень классные. Ткань тоже очень приятная. И внизу серого цвета манжет. Сейчас покажу, как выглядят брючки. Кофта вверх, мне прям кажется, она конкретно оверсайз. А вот брючки прямо такие вот хорошенькие. Они как раз на меня будут. Здесь тоже вот такие карманчики внутри серенькие. Все обработано, широкая резинка. И покажу, как выглядят внизу на вот таком не очень широком манжете. Аккуратненькие. Все тоже сделано, классно. Скорее мерить. Стоил такой костюм на сайте всего 735 рублей. Следующий, смотрите, какой классный костюм. Резинкой обработана горловина. И внизу тоже вот так более широкая резинка. Есть рукав, есть вот такая надпись. И этот костюм 100% хлопок. Так, и 48 размер. Сейчас покажу еще штанишки, как сделаны. Которые не показывают так подробно. Я показываю вам подробно, чтобы вы понимали, какое это качество. Резинка широкая. Вставлена тоже очень аккуратно. Все подстрочено. Смотрите, какое качество. Очень приятная вот эта ткань. Здесь есть карманчики. Тоже все аккуратненько. Здесь надпись. И внизу, в самом низу, есть тоже такие же манжеты. Супер легкий костюмчик летний, домашний. Я думаю, что будет очень удобный. Супер-супер. Девчонки, ну серьезно, увидела вот эту милоту и думаю, закажу свои крестницы. Ну, такие вещи бывают редко на сайте Василек, такие вот крутые единороги. Заказала 42 размер, костюм 100% хлопок. Смотрите, внутри он тепленький, с начесом, ну, с небольшим таким, смотрите, пушистенький, мягкий. Вырез обработан вот такой голубой ленточкой. Вот это все сделано, по-моему, наклейка, но она такая не слишком резиновая, приятная. Внизу вот так обработано все аккуратненько. Рукав вот такой длинный. Я думаю, что на следующий год моей крестнице будет отлично. Осенью поносить ей и зимой будет тепленький костюмчик. Сейчас покажу, как выглядят брючки. И вы только посмотрите на эту милоту. Вот такие красивые голубые облака со звездами. Красота! Здесь внутри вот такое тоже все беленькое, классное и все красиво обработано. Вниз они идут полностью вот такие прямые. Вот. Я думаю, что ей будет классно. Если будут немножко длинноваты, можно будет подрезать и аккуратно обработать. Вот. Ну классный, классный костюм. Такая красота, стоила 686 рублей.
Невероятно милые зефирные полотенца, вот такого розового и голубого цвета. Размер у них 30 на 30, они тоненькие, сделаны из 100% хлопка в Узбекистане. Стирать их можно при температуре 40 градусов. Смотрите поближе, покажу вам, как все обработано и какая здесь махра. Классно сделаны, стоили по 27 рублей каждая. Еще обожаю заказывать скатерти на сайте Василек. Вот такие льняные. Заказала себе еще одну. Сейчас у меня лежит одна на столе на обеденном. Если вы подписаны на мой инстаграм-канал, вы видите, все время я ее показываю. Потом вот такую заказала из рогожки. Размер 150 на 160. Называется она «Семицветик». Вот так выглядит. Но она тоже такая нарядная, красочная. Ее можно постелить под клеенку, под прозрачную. Она будет выглядеть супер. И вот такая еще одна, сделана тоже из льна, петушки серая. Я ее заказала специально для Пасхи. На праздник положить на стол. Вот такая классная. Похожа она на украинскую, вот такого бежевого цвета с красивым рисунком. Вот такая она яркая, ее можно постелить на кухне летом, она будет поднимать настроение. Или на даче классно будет выглядеть. В общем, мне она понравилась, красивая, яркая. А так выглядит скатерть петушки. Здесь как будто бы все вышито, красивый рисунок. И вот так выглядит край ткани. Все обработано, красиво, ткань плотная. Скатерть семицветик стоит 266 рублей. Скатерть лен, клетка зеленая, стоит 462 рубля. А вот эта самая дорогая 644 рубля петушки. И последнее, что я достала из этого большого мешка, это постельное белье. Три одинаковых комплекта из 100% хлопка, это перкаль. И смотрите, если вы выбираете, указываете, что вам нужен размер наволочки 50 на 70, вам заменят наволочки 70 на 70 на нужный вам размер. Так что вот, видите, у меня зачеркнули, исправили. Можно еще вот этот момент учитывать, когда заказываете на сайте Василек. У меня три разных расцветки, а комплект одинаковый. Семейный, называется «Весна». Семейный вот такой серый, как темно-бордовый, и вот такой розовый. Здесь еще сбоку есть наклейки. Оказывается, вот этот серый называется «Горный ветер». Потом вот этот второй коричневый называется «Утренний кофе». И последний, самый нежный розовый, называется «Воздушный поцелуй». Каждый комплект стоит 2083 рубля. Показала вам все товары, которые пришли ко мне с сайта Василек. Если видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мой новый кулинарный канал. Я вас всех жду в комментариях. Желаю вам здоровья, отличного настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!